Напоминаю вам правило. Вы можете ошибаться в вопросах, а за это вам очки списываться не будут. А очки будут начисляться только за правильные ответы. И только одному человеку, который быстрее всех ответят в чате. Чат, а, учитывайте, что с Ютуба дольше сообщения идут чуть-чуть, на одну секунду или на две секунды дольше, чем на Твиче. Так что учитывайте это. А, Соответственно, тот, кто ответит на вопрос, выбирает следующую категорию и следующую стоимость по вопросу. Ну что, друзья, поехали потихоньку. Так, сейчас я iFactory беру. Так. Вот смотрите, у нас есть несколько категорий. Категория ⁇ Секреты и пасхалки, киноэкранизации, Вселенная Mortal Kombat, разработка игры и персонажи. Вы можете сейчас написать, с какого... Так сказать, вопросом начать. Мы будем начинать. Давайте я жду ваших предложений. С какого вопроса начинать? Персонажи за 100? Персонажи за 100. Окей, все хотят персонажи за 100. Будьте внимательны и удачи вам, ребята, на игре! Поехали! Персонажи за 100. В честь какого словосочетания получил свое имя Ермак? Эрмак, Тойбиш. Но ну, это простой вопрос, я считаю, вы должны на него очень быстро ответить. Кока Джамбо уточни, 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 не макрос, не макрос, нет, нет. Так, error mac, нет, error error macro, вот оно. Андрей ответил правильно, потому что здесь принципиально важный момент. Именно error macro. Андрей Гик, сейчас минуточку. Uh... андрей гик 100 именно макро без с на конце это <связывается> это важно ну пока что изи согласен андрей uh, следующий вопрос выбирай Димон, дизлайк пришел поставить. Ну, ставь, пожалуйста. Так, Андрей Гик, ты э, этот, на этот вопрос правильно ответил, поэтому выбери следующий вопрос. Ну, просто вы сами понимаете, это секреты и пос э, это пер персонажи за 100, Да, давайте. Персонажи. Квайлян, младший брат Бихана, до смерти своего брата носил это прозвище. Авиланс, да, ну там я ошибся. Это прозвище. Какое прозвище? Тундра. Сибириан, правильно. Правильно. Сибириан правильно ответил на этот вопрос. Сибириан. Сто. Все четко. Это действительно тундра. Следующий вопрос, Сибириан. все знают лор, все знают лор, что-то типа того. Заморочился, да, монстр, заморочился. Сибириан, я жду следующий твой. Персы за 200, Go. Этот персонаж должен был появиться в первой игре серии, но был заменен Sony. Затем во второй игре, но был заменен Джаксом. И, наконец, он появился в третьей части. Назовите персонажа. Нет, не Джакс. Нет, не рептилия. Страйкер. Коко Джамба правильно ответил на этот вопрос. Это действительно Страйкер. Коко Джамба 200. Это действительно Страйкер. Так. Коко Джамба... Э, выбирай следующую категорию и следующую цену. Ну, ребят, что поделать? Кто-то опаздывает. Кино за 500. Поехали. Это очень интересно будет. Кино за 500. Именно эту актрису изначально утвердили на роль Сони Блейд в первом фильме 1995 года. Но ее заменила Бриджит Уилсон, так как перед самым началом съемок первая актриса сломала кисть. Назовите ее. Ой, как задумались вы, ребята. Назовите актрису. Камерон Диаз. Да, Кока Джамбо. Правильно. Правильно. Это действительно была Камерон Диас. Она изучала боевые... Она изучала боевые искусства перед этим фильмом для того, чтобы ну, сниматься в роли Сони Блейд. Но сломала кисть. Следующий вопрос, Кока Джамбо. Следующий вопрос, следующая категория. <coughs> Кино 400. Поехали. Какие два персонажа были основаны на героях фильма "Большой переполох в маленьком Китае"? Какие два персонажа Mortal Kombat а основаны на героях фильма "Большой переполох в маленьком Китае"? Нет, сибирян неправильно. Рейден и Шансунг. Верно, как Аджамба. Верно. Так, это 400... 1100 у тебя, да? Так. Коконджамба, а ты сможешь назвать, ну так, интереса ради, как звали этих двух персонажей в Большой Переполох в Маленьком Китае? Как звали этих двух персонажей? Ну, имена их. Вот, просто интереса ради. Лопен, да, Лопен правильно, но у второго не было имени. Второй это был э, один из бог, богов стихий. Ну, выбирай, Джампа следующий вопрос. Бот Вики, чтобы приз... приз... Ну, с учетом того, что приза нет. Кино за 300. Каких двух боевых сцен не было в изначальной версии фильма Mortal Kombat? Вы должны... Правильно, вы должны правильно назвать обе, обе боевые сцены в изначальной версии фильма. Конечно, фильм 95 -го года. Первый фильм боевых сцен две боевые сцены. Робин Шоу против Гакима Альсона и Арт против Гора. Неправильный ответ. Нет. Музычка Пошли гуглить. Джонни против гора и против рептилии. Нет, неправильно. Сцена с рептилией Барака. В первом фильме не было Бараки вообще. Ну что ж, похоже, этот вопрос никто не угадал. На самом деле... На самом деле две, э, две боевые сцены это Люкан против рептилии и Джонни Кейдж против скорпиона. Uh, история такова, что фокус-группа, которая посмотрела изначальный вариант фильма, она uh, похвалила фильм, но все как один сказали, что мало драк. И тогда Пол Андерсон ввел uh, драку Люкана против рептилий и Джонни Кейджа против Скорпиона. Соответственно, Люкан, uh, ну Робин Шо на сцене битвы против рептилий сломал себе три ребра. Uh, uh, Линдон Эшби, который играл Джонни Кейджа. Ему попали по почке И он некоторое время писал этот, Писал кровью Кока Джамба следующий твой вопрос Какой следующий хочешь вопрос? Две самые эпичные драки, кстати Они очень хороши Кино за 200, Гол. Кейт Кук сыграл рептилию В первом фильме Mortal Kombat 95 -го года Кого он сыграл во второй части фильма? Кого он сыграл во второй? Сабзира. Сабзира, правильно. Кока Джамбо. Так, Кока Джамбо был вперед. Так, это за 200 у нас, да? 300, так. Это действительно Сабзира. Следующий вопрос Кока Джамбо. Выбирай, Джамбо. Вселенная МК за 500. Ну что ж, разработчики Mortal Kombat до последнего не могли определиться с названием игры. Самым долгоиграющим стали именно эти ранние варианты. Подсказка была два ранних варианта названия игры. Назовите оба. На ютубе отстает, а я сразу предупредил. Фаталити. Нет. Назовите два варианта. Два варианта. Нет смысла называть, ребята, один вариант. Нет смысла. Стрит комбат. <pourrait> Нет. Фаталити и финиш хим. Нет, Неправильно. Киллер дед. Нет, неправильно. Смертельный удар. Два варианта, ребята. Два, не один. Не, не пишите один вариант. Это вопрос за 500, сложный. Первая кровь и удара кулака. Ну, первая кровь это вообще трэмбо, ну ладно. Ну что ж, нет, никто из вас, видимо, не догадывается даже. Это действительно сложный вопрос. Но на самом деле ответ был Dragon Attack и Death Blow. Вот эти два варианта были самые долгоиграющие перед тем, как э, фильм получил... Э, фильм, игра получила название Mortal Kombat. Кока Джамбо, выбирай следующий вариант. Выбирай, выбирай, следующий вопрос. Даже предположений нет. Ну, монстр. На самом деле, это вопрос очень сложный был. Вселенная за 400. Кобальтовые шахты становились последним прибежищем колдунов, которые подводили императора. Потому что кобальт вытягивает из них магию, но не из шансуна. Почему? Нетрос, привет. У него нет души. Нет, неправильный ответ. Человек. Верно, Алик, Алик, Алекс Декстер. Алекс Декстер, он человек. Из-за этого действительно у него... Так, сейчас. Сейчас я напишу твое имя. Алекс Декстер. 400. Алекс Декстер, выбирай следующую категорию. Действительно, он человек. Ура, я передаю <свят> Виктори... Вита... Викторина, Наташа. Алекс, Декстер, ты здесь? Выбирай следующую категорию. Вселенная за 100. Вселенная за 100. Назовите имя первого императора внешнего мира, он же Outworld. Outworld. Но это вы должны знать, ребят. Онага, Сибириан. Совершенно верно. Совершенно верно. Сибириан 200. Это действительно Онага. Но этот вы должны были знать. Сибириан, выбирай следующий вопрос. Сердце шлет. Маг по логике, из него тоже должна высаться магия? Нет. Сибири. Секреты и пасхалки за 200. На локации моста в Mortal Kombat 2 можно было видеть двух персонажей. Горящего, Торча, Факел, позже к Блейза. А какое прозвище получил второй персонаж? Хорнбакл. Верно, Александр. Два. Александр. Верно. Именно Хорнбакл. Это прозвище ему дали фанаты, потому что на одном из записей было написано, кто такой Хорнбакл. Но на самом деле Хорнбакл это был один из разработчиков игры. И в честь, один из локализаторов игры. И в честь именно него было дано вот это вот имя персонажа. Хорнбакл. Кино за 100. Действия этой героини фильма Mortal Kombat 2 были основаны на сюжете Тани из игры Mortal Kombat 4. Но поскольку сам фильм базировался на третьей игре, Таню заменили на нее. Джейд, да, правильно. Правильно, Александр, это действительно Джейд. Сейчас не торопитесь, ребят. Так, за 100, да? Александр, 300 очков. Дайте шанс. Так, Джейд. Александр, выбирай следующий вопрос, простите. Разработки 300. Так, разработка игры 300. Окей. Mortal Kombat 1 создали 4 человека. Перечислите их всех. Ответ засчитывается только если всех четырех перечислите. Всех четырех человек. Разработчиков Mortal Kombat 1. Ну, Эдбун понятно. Вогель, Бун, Тобиас, Аша. Ну, ты троих. Четыре человека, я же сказал. Четыре. Эд Бун, Джон Тобиас, Фогель и Форден. Да, Арсен, да, именно так. Именно так, Арсен э, первым был. Простите. Так, Арсен, 300 очков. Э, как вы помните, Эд Бун был программистом, Джон Тобиас и Фогель были э, художниками, а Дэн Форден звукач, он же композитор. Так, Арсен, давай следующую категорию. Бун и его товарищи. Бун и компания, да? Так, Арсен, ждем. Кока Джамба, ну ты опоздал. Там Арсен, причем на Ютубе. Вселенная за 300. Вселенная за 300. Сейчас... Каждый из миров вселенной Mortal Kombat был рожден из орудий старших богов, которые называются Камидога. Сколько всего орудий и, соответственно, миров существует во вселенной МК? Но ну, это вы должны знать. 6-6. Это верно. Точно. Угадала первым Блабл. Блабл. Господи. Блабл 300 очков. Блабл, выбирай следующую категорию. Так, персонажи, вселенная. Так, разработка. Найт. Это тестовый этот. Т -т Тестовая Викторина. Персонажи за 500. Ой, хорошая категория. Боевой стиль Люкана в Deception. Называется. Э Джень Фань. Является он ничем иным, как чем же, чем является боевой стиль Люкана. Нет, вы не поняли вопрос, ребят. Боевой стиль Люкана в Deception, который называется Джень Фань, является чем? Конкретней, император, конкретней именем, да. Добрый император, Действительно, угадал. Это настоящее имя Брюса Ли. Это настоящее имя Брюса Ли. Так, сейчас. Добрый. А, да, да, просто император. Император, 500 очков. Да, это действительно настоящее имя Брюса Ли. Не имя, которое дано при рождении, а именно э, во взрослом, так сказать, возрасте. Так. Император, следующий вопрос. Изоморф, ну ты опоздал. Кто быстрее гуглит? Ну, тут уж я не могу с этим ничего поделать. Сложно, непонятно. Сложно, но понятно. Император, выбирай. Сто. Что сто? Сто. Разработка игры сто. Поехали. Как в тестовой версии звались бойцы Сектор и Сайракс? тестовой версии игры. Но это вы должны знать. Кетчуп и горчица. Все правильно. Александр. Э, так, Александр, да, это у нас. Это действительно кетчуп и горчица. Как мы видим. Александр, следующую категорию. Два Александр, которые, который два, который нижнее подчеркивание, Александр. Персонажи за 400. Минутку. Персонажи за 400. Сколько лет было Смоку во время событий Mortal Kombat Deception? Возраст Смока.

так, плюс 400 очков, это 800. Действительно, ему было 34. Алекс Декстер, выбирай следующую категорию. <coughs> Угадал. А вы вокруг да около, там 32, 36, 33. Я уже думал, что вы не угадываете. Разработка 400. Угу. Так, хорошо. А, графика первого Mortal Kombat 1992 -го года популяризовала технику оцифровки живых актеров. Но это была не первая игра, использующая такую графику. Назовите первую игру, которая вышла за два года до выхода Mortal Kombat. А. Первую игру, использующую а, технику оцифровки живых актеров. Street Fighter нет, 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 нет. нет. Tekken нет, Tekken позже вообще был. Тейкин, Диабло, Нимбус, нет, нет, Никосуми Ниндзя, нет, Фатал Блоу, Кока <колько> Джамбо, ты... <колько джамбы> ты, решил троллить, нет, не Фатал Блоу, Текен, нет, Бэтмен, нет, Стритфайтер, нет, Фатал Блоу, нет, нет, ребята, Порно 3D, Киллер Инстинкт, нет, Егор, Киллер Инстинкт позже, Драгонбол, нет, Соник, нет, GTA нет, Стрит оф Рейдж, нет, Вопрос непростой. Никаких уточнений, нет раз... Киллер Инстинкт, нет, Wrestling нет, Double Dragon нет, Soul Calibur нет, Comic Zone нет. Картинку помню, заб название забыл. пит Fighter, да, Капитан Джефф. Капитан Джефф, красава, это действительно пит Fighter. Капитан Джефф, так, сейчас... Это действительно был, ребята, Pit Fighter Чтобы вы знали, немножко справочки Pit Fighter это игра, которая, в общем, выходила на аркадных автоматах И для своего времени была супер революционна Но как только вышел Mortal Kombat, в ту же секунду Pit Fighter сдох Так, Капитан Джефф, давай категорию Следующую категорию, Капитан Джефф Мозг на голову не давит Ой, как тяжело следить за чатиком. Пиндец, столько вы все пишете. Так, сто процентов загуглил. Так, ну, я, к сожалению, не могу отследить, как бы кто из вас гуглит или не гуглит. Разр разработка за 500. Угу. Mortal Kombat 1 в самом зачаточном своем варианте задумывался как видеоигровая адаптация именно этого фильма с участием Жан-Клода Ван Дама. Именно этого фильма. Кровавый спорт, все так думают, но нет, тогда бы это не был вопрос за 500. Нет, не кровавый спорт. В зачаточном, ключевой вопрос, ребята, в зачаточном варианте. Нет ни уличный боец, ни кикбоксер, ни стритфайтер, нет. Ни кровавый спорт. В поисках приключений нет. Горячий пистолет нет. Так, универсальный солдат. Маэтов правильно сказал. Универсальный солдат, действительно. В самом зачаточном состоянии. Маетов. В самом зачаточном, в своем первом идейном э, на уровне идеи именно, этот файтинг Mortal Kombat задумывался именно как уни... адаптация универсального солдата. Вот так вот. Следующий, Маетов, э, следующий вопрос. На самом деле с универсальным солдатом вопрос был очень непростой. Будут еще викторины? но ну, посмотрим, Наташа, посмотрим. Так, пока ждем, пока Майетов э, определится. 600, но у меня нету здесь за 600 вопросов. Так что выбирай из тех, что осталось. Осталось всего 6 вопросов. Сошел. Кровавый спорт это очевидный вариант, но неправильный. А этот это, кровавый спорт уже после идеи начала э, разрабатываться, после универсального солдата. Как бы странно это ни звучало. А, а Маетов ну выбирай, выбирай вопрос, потому что у нас тут получается... Э, за 600 нет вопросов. Чё ⁇ 600-то? Что такое? Чатик подвис, что ли, или что? Нет. Какие остались? А ты на экран посмотри. Вот, на экране остались. Видишь вопросы? За 500, да? Давай за 500. Ну что ж, секреты и пасхалки за 500. Как называлось специальное добивание Рейдена в Mortal Kombat 2 на арене оружейной комнаты? Специальное добивание Рейдена. Фергалити, правильно, Кокоджамба, правильно. Так, э, 500. Именно Фергалити. Названо это добивание в честь Фергюса МакГоверна, сотрудника Проб, работавшего над портированием игры с аркадных автоматов. автоматов. Действительно, это было Фергалити. Э, следующую категорию выбирай. Кокоджамба. Эти, Задержкалите. Эти. <laughs> ну, Сибиря, с телефона, ты, конечно, ты не успеешь. Кока Джамба, следующую категорию. Осталось всего 5 вопросов. Поэтому. <laughs> Просто, ребят, вы пока гуглите. Тут на самом деле сраба это вопросы не такие прям сложные. Поэтому, пока вы гуглите, другие отвечают. Секреты и пасхалки 400. Так. Чтобы сразиться с секретным бойцом рептилии в Mortal Kombat 1, необходимо был, было выполнить именно эти условия. Уточнение, ребята. Здесь два ответа. Оба из них правильные. Если вы хотя бы один из них э, скажете, из, один из этих ответов, то я приму этот. Так, Flawless Victory? Нет. Э, не ставить блок и сделать фаталити? Нет. 50 чистых побед? Нет. 100 боев? Нет. 2 чистые победы? Нет. Чистая победа. Так, uh, яма Луна. Две чистые победы. Нет блока. Let's play. Let's play и другое. Да, действительно. Let's play и другое. Правильно ответь, ответил на вопрос. Сейчас. Uh, сейчас. Let's play. 400. Существовало два условия, э, ну, отдельно друг от друга, то есть два ответа. Первый вариант это победить без блока с двумя Flawless Victory и сделать фаталити, на фоне луны должно что-то пролететь. И второй вариант это сделать фаталити и быстро ввести код ABACABB, соответственно, секретный код. А оба, оба варианта ответа правильные, то есть я бы принял любой из них, но вот э, Let's Play написал именно первый вариант. Написал довольно оперативно, как ни странно. Так Let's play Выбирай следующую категорию Осталось всего 4 вопроса, ребят Поднажмите В МК9 В МК9, ну там попроще были условия На самом деле Викторину по Блич, ну, я вообще Блич Зато не знаю Так Ждем Пока Let's play выберет Персонажи, да? Персонажи за 300. Угу. Персонажа Рейна назвали в честь популярной 80-е годы песни. Назовите композицию. Назовите эту песню. Purple Rain, да. Purple Rain, Александр. Uh, 2 Александр, так. О -о -о -о. Исполнитель... Принц, как вы понимаете. Так, Александр, э, выбирай следующий. Вселенная за 200. Давайте. Турнир ⁇ Смертельная битва ⁇ проводится раз в поколение. Сколько земных лет составляет одно поколение? 300? Нет, не 300. 1000? Нет, 100? Нет. 4 года? Нет. Слишком мало. 500, нет, 100, нет, 10, нет, 70, нет, 12, нет. 10, 10 500, 100, 500, 100, 500, 150. Нет, все нет. Пока нету правильных ответов. 100 тысяч, нет. 500, нет, 10, нет, 50. 50 лет. В 4 ЛЛ. 4 ЛЛ. 200. Да, действительно, одно поколение длится 50 земных лет. W4LL. Монстр, ты опоздал. Так. Минутку. Волрейдер, давай э, Следующий вопрос Задержка, монстр Ну, задержки, что поделаешь Секреты 300 Секреты 300 Спрайт какого персонажа перекрасили, чтобы получить Изначальную версию Нуба Сайбота Скорпион, нет Блин, так, все, правильный ответ есть Кана Кана. Это действительно был Кана. Так. Аша, Аша, по-моему, да? Да. Аша, ты правильно угадал. Это действительно был Кана. Так. Аша. 300. Ну и, ребят, последний вопрос. У меня, к сожалению, таблички. Тут не хватает места, чтобы еще одно имя впихнуть Аша, поэтому я, тебе так. Да ну нафиг Кана. Вот так вот, а действительно, это был Кана. Ну и последний, ребята, вопрос. Это разработка игры за 200. Mortal Kombat была первой по-настоящему кровавой игрой, возмутившей общественность. Именно из-за этого было организовано это рейтинговое агентство, до сих пор раздающее возрастные рейтинги. Но это вы быстро ответите. Наверное, уже ответили. PG? Нет, не PG. Пеги нет. ЕСРБ. Шин Тайфун. Шин Тайфун первым дал правильный ответ. Шин Тайфун. Это действительно и СРБ. Ну что, ребят, вот такая вот вышла викторина. Кто у нас тут самый подкованный оказался Коко Джамба. у нас сегодня. Он Выиграл 1800 очков. <laughs> Задротил победу на знаниях киноэкранизаций. Так, второй по силе оказался 2 Александр, 700 очков. А, нет, второй Али... Алекс Декстер. Прошу прощения, прошу прощения. Алекс Декстер, 800 очков. Александр, 2 Александр, 700 очков. По 500 заработали Маетов и Император. Добрый Император. Ну и остальные летсплей капитан. Джефф 400, по 300 взяли очков Блабл, э, Блабл и Аша, по 200 Шин Тайфун, Сибериан э, и Вал, Вол. Ну и Андрей Гик, который первым ответил на первый самый вопрос, взял 100 очков. Вот так вот, так вот ребята, такие итоги сегодняшней викторины. Так, Шеги первым писал, Учитывайте, что я понимаю, что вы там, как только там вопрос появлялся, вы пытались быстро писать, но учитывайте, что задержка есть задержка, иногда она больше, у кого-то она больше, у кого-то она меньше, кто-то вот с телефона написал, кто-то так, кто-то сяк, но, к сожалению, всем не угодишь, и поэтому в чатике небольшой хаос творился, и учитывайте, что я тоже тут проматывал очень-очень мн много туда и сюда вот, давай такие вещи почаще, интерактив шикарный. Кисяй, ну, постараюсь, посмотрим. Надеюсь, что будет еще викторины. Спасибо за проделанную работу. Ребят, вам всем спасибо за участие. Это была такая тестовая викторина. Тестовая викторина. Я не знаю, возможно, я сделаю еще потом позже какую-нибудь викторину более-менее похожую и так далее. Возможно. Просто вы... Я это видео выложу на YouTube. А вы, пожалуйста, напишите отзывы, напишите, что как. Дело в том, что на будущее я планирую так, что э, именно по сценарию своей игры делать. То бишь, чтобы не было вот этого хаоса в чатике. Э, там, Ну, допустим, 5 человек, 5 участников брать и, соответственно, пятерых, э, с пятерыми участниками уже играть. Поэтому вот так вот. Э, go завтра, let's play. Ну, нет, э, не go, потому что все-таки я... Где-то около 4 или 5 дней выбирал здесь вопросы там лазил по, по интернету. Но на самом деле время от времени я такое могу делать такие викторины, ребят. И если вам нравится, то обязательно пишите в комментариях, обязательно пишите ваши отзывы. И если вам нравится, действительно, то почему бы и не устраивать их время от времени, ну, пошевелить, пораскинуть мозгами. И обязательно в комментариях, очень вас прошу, давайте темы, на которые вы хотите викторины. Это не, может быть не обязательно Mortal Kombat. То есть Mortal Kombat это просто самое очевидное. Но не обязательно Mortal Kombat. Я могу такие викторины устраивать по разным вообще вселенным. Кто играл в игре, в экранизации, МК, в сериале. Так, как можно по текену, чтобы стать участником викторины, пишите мне на номер и вход на участие задротный вопрос, сколько Джамба согласен, согласен. Все, ребят, э, удачи вам, спасибо, что пришли, поучаствовали в викторине. Это такой небольшой был стрим на 40 минут. Э, мы размяли свои мозги. Я надеюсь, вам, вам понравилось, мне очень понравилось. Вот. И в будущем, если вам тоже нравится, я буду устраивать вот время от времени вот такие викторины. Все, ребят, всем спасибо за участие, удачи вам и до скорых встреч, не забывайте, что скоро Combat Cast, который мы с Бенджамином будем ретранслировать. Не забывайте заходить. Пока. Поздравляю Какаджамба с победой.